Так, всем здравствуйте. Итак, у нас сегодня тема 402 стандарт. Итак, МСА 402. Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей организации. В соответствии с нашим стандартом, цель аудитора – организация пользователя, да, когда организация пользователя пользуется услугами обслуживающей организации. В первую очередь цель ее – получить понимание, да, характера и значимости услуг, предоставляемых обслуживающей организацией, их воздействие на систему внутреннего контроля организации пользователя, применимый для конкретного аудита и достаточный для выявления и оценки рисков существенного искажения. Далее разработать, провести аудиторские процедуры в ответ на эти риски. Кто такая обслуживающая организация? Это сторонняя организация или сегмент сторонней организации, да, предоставляющая услуги организациям, пользователям, которые входят в состав информационных систем этих организаций, связанных с составлением финансовой отчетности. Ну, примеры видов деятельности – это ведение бухгалтерского учета, да, организация пользователя. У нас это известно более как аутсорс, да, или как это больше называется, консалтинговые услуги, управление активами, инициирование обобщения или обработка операций в качестве агента организации пользователя. Ну, здесь я думаю, что ни у кого вопросов нет. Идем дальше. Итак, отчеты аудитора в отношении обслуживающей организации. Их бывает два вида. И вот отчет первого типа у нас отчет в отношении описания и структуры средств контроля в обслуживающей организации. А второй вид отчета у нас, второй тип, вернее, отчет в отношении описания структуры и операционной эффективности средств контроля обслуживающей организации, подготовленные руководством обслуживающей организации. Они оба подготавливаются руководством, да? А какие могут быть у них различия? Итак, отчет первого типа – это описание системы внутреннего контроля, да, обслуживающей организации, цели внутреннего контроля и соответствующих средств контроля, которые были разработаны и внедрены на конкретную дату. Тогда как отчет второго типа у нас – это описание системы внутреннего контроля, также обслуживающей организации, цели внутреннего контроля и соответствующих средств контроля, их структуры и реализация на указанную дату и на протяжении указанного периода, а также в некоторых случаях их операционной эффективности на протяжении указанного периода. Здесь, то есть, второй тип отчета, да, уже более детальный, да, и на протяжении указанного периода, тогда как отчет первого типа у нас на конкретную дату составляется, то есть различия, понятно, да. Дальше, во втором типе отчетов у нас еще есть описание тестирования средств контроля, проведенного аудитором обслуживающей организации и его результатов, ну, также включается, да. И основные требования у нас какие? Начинается с того, что мы должны получить понимание того, каким образом организация пользователь пользуется услугами обслуживающей организации. Ну, помимо этого, мы можем рассмотреть как альтернативные процедуры, да, получения отчетов типов первого и второго, установление контакта с обслуживающей организацией, посещение обслуживающей организации и привлечение другого аудитора. Далее оценить структуру и способ реализации соответствующих средств контроля организации пользователя. Ну и дальнейшее наше действие – это ответные действия по оцененным рискам существенного искажения. И уже после этого у нас составляется отчет, да, отчет аудитора. То есть понятно, да, для того, чтобы вот написать этот отчет, мы должны вот эти все шаги пройти, да, оценить и так далее. Итак, я вам сейчас пройду еще эту презентацию, так как 402 стандарт у нас на этом заканчивается. Он, по сути, сам по себе маленький, и я бы хотела все-таки остановиться на аудиторском риске. Общая модель аудиторского риска, да? Что такое вообще аудиторский риск? Это риск того, что аудитор выразит несоответствующее мнение в случае, когда финансовая отчетность существенно искажена. Итак, в международной практике в современных реалиях сформировался так называемый риск-ориентированный подход к аудиту, который подразумевает проведение аудита на основе оценки риска. Дальше, когда он у нас возникает, да, вследствие чего? Итак, аудиторский риск возникает вследствие существования трех основных факторов. Первое – существенное искажение финансовой отчетности до аудиторской проверки. Далее, возможность выявления таких искажений в ходе аудиторской проверки и неэффективная система внутреннего контроля в управлении объектом проверки. То есть вот эти самые основные факторы, когда у нас возникает вследствие
существование каких основных факторов, да? То есть это либо до, либо в ходе, но уже либо в управлении объектом проверки, да? Дальше. Вот у нас классическая формула общего аудиторского риска. Если вам видно, да, у нас есть такое понятие, как собственный риск. Да? То есть у нас аудиторский риск, он состоит из, вот как вам видно в этой формуле, из собственного риска, да, риска контроля и риска чего? Необнаружения. Так, что само по себе является собственным риском? Это чувствительность утверждений относительно класса операций, да, остатков на счете или раскрытия информации к искажению, которое может быть существенным отдельно или в совокупности с другими искажениями, не учитывая любые средства контроля. То есть это собственный риск, да, он может быть, как здесь сказано, в совокупности, может быть и отдельно, да, существенный. Далее, риск контроля. Риск того, что потенциальное искажение в утверждении относительного класса операций, остатка на счете или раскрытие информации, которое может быть существенным отдельно или в совокупности с другими искажениями, не будет предупреждено или своевременно обнаружено и исправлено с помощью внутреннего контроля субъекта хозяйствования. Ну и риск необнаружения – это риск того, что процедуры, выполненные аудитором для уменьшения аудиторского риска до приемлемого уровня, не позволят обнаружить искажение, которое существует и которое может быть существенным отдельно или в совокупности с другими искажениями. То есть, как вам видно по формуле, аудиторский риск у нас составляет, ну, вернее, состоит из этих рисков, которые, в свою очередь, друг на друга умножаются, да? Видите, собственно, риск умножается на риск контроля, и далее это все умножается на риск необнаружения, да? То есть они все взаимосвязаны, да? Имеют обратную зависимость. Дальше. Итак. Общая модель аудиторского риска, да, смотрите, не зависит от аудитора, это собственный риск и риск контроля, да, а вот риск необнаружения, он все-таки зависит от аудитора, да, и риск существенного искажения, да, это риск того, что финансовая отчетность содержит существенное искажение до начала аудита. Это как раз вот собственный риск, умноженный на риск контроля. Как раз и риск существенного искажения нам может дать. Так, идем дальше. Что же такое собственный риск? Итак, риск влияния объективных факторов, да, или риск влияния субъективных факторов. У нас две категории, которые, в свою очередь, подразделяются на некоторые понятия. Да? Смотрите, итак, риск влияния объективных факторов у нас зависит от чего, да? Инфляция, ну, вернее, не зависит, а влияет на это, да, то есть именно влияние. Инфляция, политическая ситуация в стране, да, конкуренция, безработица, рынок сбыта продукции, условия кредитования и налогообложения и другое. Это именно объективных факторов. Что же касается субъективных факторов, это отрасль хозяйствования, сущность и содержание бизнеса клиента, организационная структура предприятия, политика управления, учетная политика, кадровая политика, компетентность и квалификация работников, наличие необычных и редких хозяйственных операций, степень обеспеченности, сохранности собственности. Но, в принципе, если на это смотреть, мы понимаем, что объективный фактор – это все, что извне, да, то есть не в самом обществе, либо в организации. Это все, что на нас влияет извне. Что же касается риска влияния субъективных факторов, то есть субъективный фактор – это все, что у нас внутри, да, то есть именно наше вот внутреннее. Здесь понятно, да, что может влиять на собственный риск. Дальше, риск контроля. Итак, тоже делится на две части, то есть риск систем бухгалтерского учета и риск систем внутреннего контроля. Итак, что же касается бухгалтерского учета, это допустимые ошибки или обман в результате документирования хозяйственных операций, да, неправильное отображение данных в реестре бухгалтерского учета и неправильное составление финансовой отчетности. Да? Ну, то есть это уже конкретно бухгалтерский учет. Что касается риск системы внутреннего контроля, то это организационная структура, да? Система документирования и информации, материальные средства защиты, персонал предприятия, система наблюдения. То есть все, что внутри. Здесь, если именно риск систем бухгалтерского учета, это уже зависит от определенных людей, да, которые работают на вот, должности там, бухгалтеров и так далее,
то риск именно внутреннего контроля здесь уже не только бухгалтера, да, то есть там уже вся цепочка, да, взаимодействована, то есть многие там, не только бухгалтерия, не только финансовый отдел, то есть все. Итак, смотрите, параметры элементов аудиторского риска. Вот у нас тут есть такой пример. Смотрите, наименование элементов аудиторского риска. Смотрите, условное обозначение, как оно расшифровывается, да, приемлемые значения. Итак, мы сегодня с вами посмотрим риск необнаружения. Вот видите, здесь формула. То есть аудиторский риск делится на собственный риск и умноженный на риск контроля. Тогда, когда мы риск аудиторский рассчитывали наоборот, когда они все вместе друг на друга умножаются. Да? Итак, смотрите, общий аудиторский риск, он вот сокращенно пишется ОАР, да? То есть, ну, приемлемые значения минимум от 0,01 до максимум до 0,05. Неотъемлемый внутренний собственный риск, вот он может расшифровываться как и, вернее, наоборот, быть показан как ВР, то есть внутренний риск, да, либо просто собственный риск. И так, и так. То есть минимальное значение у него 0,5, да, а максимально 1. Ну и риск контроля. РК, понятно, определяется экспертным путем, и максимальное его значение не больше единицы. Ну и риск необнаружения определяется тоже расчетным путем. Опять-таки, если у вас есть уже посчитанный аудиторский риск, собственный риск, риск контроля, то риск необнаружения посчитать, в принципе, несложно. Да? Но нам дают, что максимальное значение его не более, либо равно, либо не более 0,5, да, по-моему. Я плохо вижу. Да, по-моему. Итак, идем дальше. Идентификация риска существенных искажений. Итак, процедура оценки рисков. Какие они бывают, да? Итак, аудиторские процедуры, которые выполняют для получения понимания субъекта хозяйствования и его среды, в том числе внутреннего контроля субъекта хозяйствования, определения и оценки рисков существенного искажения вследствие мошенничества и ошибки на уровне финансовой отчетности и утверждений. Итак, что такое утверждения? Это данные, представленные управленческим персоналом, явные или другие, которые содержатся в финансовой отчетности и которые использует аудитор для рассмотрения потенциальных искажений разного типа. Какие бывают процедуры оценки рисков, да? Мы помним, бывают запросы, аналитические процедуры и наблюдение, и проверка, либо инспектирование. Да? У нас несколько процедур, да? Они взаимосвязаны. Итак, что такое запросы? Смотрите, запросы управленческому персоналу и другим работникам субъекта хозяйствования. Тем, кто наделен наивысшими полномочиями, персоналу подразделения внутреннего аудита. Работникам, которые занимаются инициированием, обработкой или регистрацией сложных и необычных операций. Внутреннему юридическому консультанту, персоналу отдела маркетинга или отдела реализации. То есть запросы могут быть разные и могут быть направлены различным людям, ну то есть различному персоналу и так далее, различным работникам. Дальше, аналитические процедуры. Могут помочь идентифицировать существование необычных операций или событий, коэффициентов и тенденций, которые могут потребовать аудиторской проверки. Идентифицированные необычные или неожиданные взаимосвязи могут помочь аудитору при выявлении рисков существенного искажения. Особенно риска существенного искажения вследствие мошенничества. Нам говорят, что, однако, если в таких аналитических процедурах использовались данные, собранные на высоком уровне, наблюдается в случае, если аналитические процедуры выполняются как процедура оценки рисков, да, результаты таких аналитических процедур являются только предварительным свидетельством того, что может иметь место существенного искажения. Как бы вам здесь более детально объяснить? То есть, итак, наблюдение и проверка. И проверки. Спасибо. Итак, операции субъекта хозяйствования, да, у нас бывают наблюдения и проверки операций субъекта хозяйствования, документов, записи, инструкций по внутреннему контролю, отчетов, составленных управленческим персоналом и теми, кто наделен наивысшими полномочиями, административных и производственных помещений субъекта хозяйствования. Административных и производственных помещений субъекта хозяйствования – это в целях вот именно, возможно, допустим, инвентаризации и так далее. Они могут быть разными. Итак,
Идентификация риска существенных искажений. Итак, аудитор должен получить знания об объекте проверки через понимание субъекта хозяйствования и его среды, включая внутренний контроль. Итак, субъект хозяйственный и его среда. Здесь несколько факторов, да, смотрите, отраслевые, регуляторные и другие внешние факторы, включая применяемую концептуальную основу финансовой отчетности. Далее, характер субъекта хозяйствования, то есть вид деятельности, структура собственности, виды инвестиций, структура финансирования. Далее, учетная политика, оценка и обзор финансовых результатов субъекта хозяйствования, цели и стратегии субъекта хозяйствования. То есть это все субъект хозяйствования и его среда. То есть понятно, да? Мы должны вот, понимать субъект через его среду, включая его внутренний контроль. Итак, вот он, внутренний контроль субъекта хозяйствования. Смотрим, среда контроля, да, процесс оценки рисков субъекта хозяйствования, информационная система, средства контроля и мониторинг средств контроля. То есть это и есть внутренний контроль субъекта хозяйствования. Итак, далее. Нам говорят, что аудитор должен идентифицировать и оценить риски существенного искажения на уровне финансовых отчетов и на уровне утверждения по классам операций, остаткам на счетах и на уровне раскрытия информации. С этой целью аудитор должен определить риски путем получения понимания субъекта хозяйствования и его среды, в том числе соответствующих функций контроля, связанных с рисками, а также путем рассмотрения классов операций, остатков на счетах и раскрытия информации в финансовых отчетах. То есть понятно, да, определить риски. Далее, оценить идентифицированные риски, то есть он уже определил, да, а потом должен оценить и определить, имеют ли они всеобъемляющее влияние на финансовую отчетность в целом и влияют ли они на потенциально на большинство утверждений. Дальше, связать идентифицированные риски с тем, что может быть не так на уровне утверждений, учитывая соответствующие средства контроля, которые аудитор планирует провести. Далее рассмотреть вероятность искажения, включая возможность численных искажений, и установить, может ли потенциальное искажение привести к существенному искажению. То есть потенциальное искажение, оно не всегда существенное, да? Да, оно может быть, оно в любом случае искажение, но оно может быть несущественным. Поэтому мы всегда в конце уже рассматриваем вероятность этого искажения, то есть существенно оно или нет. Далее. Оценка рисков существенного искажения на уровне финансовой отчетности. Как это бывает, да? Итак, риски на уровне отчетности относятся к рискам, которые в значительной степени связаны с финансовой отчетностью в целом и могут потенциально влиять на многие утверждения. Они отражают обстоятельства, которые могут повышать риски существенного искажения на уровне утверждения, например, через блокирование управленческим персоналом внутреннего контроля. Эти риски могут быть особенно важными для рассмотрения риска мошенничества. То есть это уже на уровне финансовой отчетности. Далее, оценка рисков существенного искажения на уровне утверждения. Да, это уже второй этап. Рассмотрение существенного искажения на уровне утверждений помогает при определении характера, сроков и объема последующих аудиторских процедур. При идентификации оценки рисков на уровне утверждений аудитор может прийти к выводу, что идентифицированные риски в значительной степени касаются финансовой отчетности в целом и могут потенциально влиять на многие утверждения. На примерах именно оценка рисков, да, вы спрашиваете, какие? Давайте я вам на следующем уроке приведу несколько примеров, или если я сегодня успею, я вам покажу, у меня есть несколько набросков, я могу вам их показать, если что, чуть-чуть попозже. Сейчас мы закончим, и я вам объясню. Итак, при изучении характера рисков аудитор рассматривает ряд вопросов, в том числе такие. Такие как, является ли риск риском мошенничества? То есть, да, есть риск, но он может быть не всегда связан с мошенничеством, да? Он может быть связан там, ну, просто с ошибкой или там программный какой-то, да, сбой может быть. Далее, связан ли риск с недавними событиями в бухгалтерском учете, экономическими или другими событиями, а значит, требует особого внимания. Далее мы должны рассмотреть, ну, вернее, изучить сложность операции. Касается ли риск существенных операций со связанными сторонами? Меру субъективизма в оценке финансовой информации, связанной с этим риском, особенно той, которая содержит широкий диапазон оценки неопределенности.
Далее касается ли риск существенных операций, которые выходят за пределы обычной деятельности субъекта хозяйствования или же выглядят необыкновенными вследствие других причин. То есть это мы уже при изучении характеров, то есть мы выявили определенные риски, и далее мы их рассматриваем, да? Какие они, как, что с ними, как они произошли и так далее. Далее, среда контроля. Итак, аудитор должен получить понимание среды контроля. Для этого он должен оценить, создано и поддерживается ли управленческим персоналом под надзором тех, кто наделен наивысшими полномочиями, культура честности и этического поведения. Далее, создают ли в совокупности элементы средств контроля приемлемую основу для других компонентов внутреннего контроля и оказывают ли недостатки внутреннего контроля влияние на эти другие компоненты. То есть это среда контроля. Итак, вот они, элементы среды контроля. Вот оно, сообщение информации, обеспечение соблюдения профессиональной этики, предоставление полномочий и ответственности, соответствие должности уровню компетентности, кадровая политика и практика, участие тех, кто наделен наивысшими полномочиями, философия, стиль работы управленческого персонала и организационную структуру. Это и есть элементы среды контроля. То есть, понятно, да, мы это все должны изучить. Обязательно, ну, начинается, конечно, сообщение информации, да, и так далее. И по элементам. Далее. Процесс оценки рисков субъекта хозяйствования. Аудитор должен получить понимание того, предусмотрено ли у субъекта хозяйствования процесс для идентификации бизнес-рисков, уместных для целей финансовой отчетности, оценки значимости рисков, оценки вероятности их возникновения, принятия решений про механизмы рассмотрения этих рисков. То есть бизнес-риски, уместно ли для цели финансовой отчетности, значимы ли и так далее. Далее, общие средства контроля за информационными системами включают политику и процедуру, которые имеют широкие области применения и предназначены для обеспечения эффективного функционирования прикладных средств контроля, помогая удостовериться в правильном бесперебойном функционировании информационных систем, таких как общие средства контроля за информационными системами, операции информационного центра и компьютерной сети, приобретение программного обеспечения для операционной системы, его изменения и обслуживания, защита от несанкционированного доступа, приобретение, развитие и обслуживание прикладных программ информационных систем. Далее, контрольные действия, среда контроля, да, опять у нас, какие у нас могут быть? Итак, санкционирование, да, то есть одобрение, подтверждение руководством аудируемого лица операции учетных и контрольных действий. Далее, проверка выполнения контрольных действий. Обработка информации, полученной в результате контрольных действий. Далее, проверка физического наличия и сохранность имущества аудируемого лица. Разделение обязанностей между работником аудируемого лица, то есть это компоненты внутреннего контроля, да? Субъекта нашего контрольного действия. Далее, мониторинг средств контроля. Итак, мониторинг средств контроля представляет собой процесс оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля во времени. Он включает регулярную оценку организации функционирования средств контроля и осуществление необходимых корректирующих мероприятий в отношении средств контроля вследствие изменения условий деятельности. Ну, мониторинг, я думаю, все знают, что это. Дальше, сообщение информации про недостатки внутреннего контроля. Итак, в ходе оценки рисков аудитор рассматривает внутренний контроль для того, чтобы разработать аудиторские процедуры, которые являются приемлемыми при конкретных обстоятельствах, а не с целью оценки эффективности внутреннего контроля. То есть, помните, я вам вначале тоже говорила, что мы не оцениваем их систему внутреннего контроля. Да, мы про нее пишем, мы про нее говорим, мы говорим, что система внутреннего контроля такая-то, 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 но мы не даем ей определенную какую-то оценку именно в качестве эффективности, да, то есть как она работает и так далее. Нет, мы говорим, что да, внутренний контроль есть, что он работает и так далее, либо он не работает. Далее, целью аудитора является сообщение информации тем, кто наделен наивысшими полномочиями и управленческому персоналу про недостатки внутреннего контроля, который аудитор идентифицировал во время аудита, и который по профессиональному суждению аудитора является достаточно важным. Ну, насколько я помню, мы где-то
два, по-моему, или три вебинара назад я вам рассказывала, кто такой ограниченный персонал, либо наивысшие лица, наделенные наивысшими полномочиями, да? Вы, наверное, уже помните. Дальше. Что касается про недостатки, да, внутреннего контроля. Недостаток внутреннего контроля существует, если контроль разработан, внедрен и функционирует так, что невозможно своевременно предупредить или выявить и исправить искажения финансовой отчетности, или отсутствует контроль, необходимый для своевременного предупреждения или выявления и исправления искажений финансовой отчетности. То есть, либо он есть, либо его нет. Но, по сути, он либо его нет вообще, либо он есть, но он не функционирует в той должной степени, в которой должен. Который, как бы, в принципе, он, может быть, есть, но он, как бы, нам ничего такого хорошего не дает. Далее, если аудитор идентифицировал один или несколько недостатков внутреннего контроля, он должен определить на основе выполненной аудиторской работы, составляют ли они значительные недостатки отдельно или в сочетании с другими. То есть, опять-таки, существенно ли они? Далее, значимость недостатка или сочетание недостатков внутреннего контроля зависит не только от того, произошло ли искажение фактически, а и от вероятности того, что искажение может произойти и от потенциальной величины искажения. То есть, крупное, не крупное, да, и так далее. То есть это именно величина, либо мелкая. Дальше. Вот здесь вот примеры вопросов, которые аудитор должен рассматривать при определении того, составляет ли недостаток внутреннего контроля или их сочетание значительный недостаток. Вот. Первое. Вероятность недостатков, которые приводят к существенному искажению финансовой отчетности в будущем. То есть чувствительность соответствующего актива или обязательства к потере или мошенничеству. Субъективность и сложность определения предварительно оцененных сумм, в частности учетных оценок по справедливой стоимости. Сумма финансовой отчетности доступны влиянию недостатков. И объем совершаемой деятельности или той, которую можно совершить в отношении остатков на счетах или классов операций, которые доступны влиянию недостатка или их сочетанию. Ну, это такой примерный список, такие основные моменты. Конечно, от сферы, от субъекта зависит много чего, поэтому вопросов может быть больше, возможно, меньше. Но все зависит от субъекта. Дальше, важность средств контроля для процесса финансовой отчетности. Например, общие средства мониторинга, средства контроля, направленные на предупреждение и выявление мошенничества, средства контроля выбора и применения значительных учетных политик, средства контроля в значительных операциях со связанными сторонами, средства контроля в значительных операциях, которые выходят за границы обычного хода бизнеса субъекта хозяйствования. Далее, причина и частота исключений, выявленных в результате недостатков средств контроля. Взаимосвязь недостатка с другими недостатками внутреннего контроля. То есть это тоже является основными, да, такими факторами, вопросами, которые мы должны, как бы, описать или рассказать, рассмотреть. Далее, показатели значительных недостатков внутреннего контроля. Какие они бывают, да? Итак, доказательства неэффективности аспектов среды контроля, отсутствие процесса оценки рисков у субъекта хозяйствования, когда, как правило, следует ожидать, что он организован. Далее, доказательства неэффективности процесса оценки рисков субъекта хозяйствования, доказательства неэффективности действий в ответ на идентифицированные значительные риски, искажения, выявленные при помощи аудиторских процедур, которые не были предупреждены или выявлены и исправлены системой внутреннего контроля. Пересчет ранее опубликованной финансовой информации, чтобы отразить исправление существенного искажения вследствие ошибки или мошенничества. Доказательство неспособности управленческого персонала производить надзор за составлением финансовой отчетности. То есть это такие значительные недостатки, да, показатели, какие могут быть. Далее, аудитор должен своевременно сообщать в письменной форме информацию тем, кто наделен наивысшими полномочиями, про значительные недостатки внутреннего контроля, идентифицированные во время аудита. Дальше. Аудитор должен также своевременно сообщать информацию управленческому персоналу соответствующего уровня ответственности в письменной форме про значительные недостатки, да, внутреннего контроля, который аудитор сообщил или собирается сообщить тем, кто наделен наивысшими полномочиями, если сообщение информации непосредственно
управленческому персоналу будет неприемлемым. Про другие недостатки внутреннего контроля, идентифицированные во время аудита информация, про которые не сообщалось управленческому персоналу другими сторонами, и которые по профессиональному суждению аудитора являются достаточно важными, чтобы заслуживать на внимание управленческого персонала. Ну, то есть мы понимаем, да, что мы должны сообщать то, что, в принципе, существенно для этой компании, да, что может привести к значительным потерям, либо ну, каким-то там, убыткам и так далее. Да? Далее, информация в письменном виде про значительные недостатки внутреннего контроля должна включать, в первую очередь, описание недостатков и их потенциальное влияние. Достаточную информацию, чтобы предоставить возможность тем, кто наделен наивысшими полномочиями, и управленческому персоналу понять контекст сообщения. То есть цель аудита состояла в том, чтобы аудитор выразил мнение относительно финансовой отчетности. Аудит охватывал рассмотрение внутреннего контроля, важного для составления финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, которые являются приемлемыми, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля. Далее, рассматриваемые вопросы ограничиваются теми недостатками, которые аудитор идентифицировал на протяжении аудита и которые являются достаточно важными. Да, то есть вот обязательно это должно быть. Дальше, под существенностью в аудите понимают влияние обнаруженной ошибки на достоверность финансовой отчетности и решение потенциальных пользователей этой отчетности. Нам говорят, что в соответствии с 320-м стандартом, да, существенность при планировании и проведении аудита, информация является существенной, если ее пропуск или неверное отражение может повлиять на экономические решения пользователей, принятых на основе финансовых отчетов. То есть, в принципе, она существенна для кого? В первую очередь, для лиц, которые, для которых публикуется наша отчетность, в первую очередь, да? То есть пользователи. Дальше. Существенность ошибок и ее взаимосвязь с аудиторским риском. Как они взаимосвязаны. Определение аудитором существенности является предметом профессионального суждения и зависит от понимания аудитором потребностей пользователя финансовой информации. Концепцию существенности аудитор использует так, как при планировании, так и при проведении аудита, при оценке влияния идентифицированных искажений на сам аудит и влияния неисправленных искажений на финансовую отчетность, а также при формировании мнения в своем отчете, да? Дальше. При планировании аудита аудитор применяет суждение о размере искажений, который будет считать существенным. Такое суждение является основой для, в первую очередь, определения характера, времени и объема процедуры оценки риска, идентификации и оценки рисков существенного искажения, определения характера, времени и объема последующих аудиторских процедур. Далее, аудитор должен включить в документацию такие суммы, а также факторы, используемые для их определения. Существенность на уровне финансовой отчетности в целом, если неприменимо уровень или уровень существенности для отдельных классов операций остатков на счетах и раскрытия информации, существенность выполнения и информация о любых пересмотрах во время выполнения аудита. Если мы изначально приняли определенную, да, какую-то существенную задачу, если мы ее пересмотрели, то мы обязательно его что делаем? Тоже пересчитываем, да? Дальше. Какие у нас вот бывают мнения, да? У нас бывает положительное, условно положительное и отрицательное, да? То есть условно положительное – это когда у нас есть определенные ошибки, которые, в принципе, должны быть исправлены, так как они могут повлиять, да, на решение наших пользователей. Но мы сейчас хорошенько просмотрим. Смотрите, ошибки, которые в качественном смысле и в количественном выражении не влияют на решение пользователя финансовой информации, да, то есть они несущественны, да, мы в любом случае даем положительное аудиторское, ну, выражаем положительное аудиторское мнение, то есть какое? Немодифицированное, да, неизмененное. Далее, ошибки, в которые в целом не влияют на достоверность финансовой информации, но могут повлиять на некоторые решения пользователя. То есть они как бы чуть-чуть, но все равно существенны, да? То есть здесь мы условно-положительное аудиторское мнение выражаем. То есть оно какое может быть? С оговоркой, да, мнение с оговоркой, там, модифицированное мнение, там, и так далее. Далее, у нас бывают такие ошибки, которые ставят под сомнение достоверность отчетности. То есть там сплошь и рядом все, короче, все неправильно,
все в ошибках, тогда мы уже выражаем отрицательное аудиторское мнение обязательно. Ошибки, которые ставят под сомнение достоверность отчетности и могут способствовать принятию неверного решения пользователями информации о предприятии. То есть это отрицательное мнение. Это вот, видите, зависимость аудиторского мнения от существенности ошибки, выявленной в ходе аудита. Да? Итак, методы расчета уровня существенности. На прошлом уроке я вам рассказывала, что их несколько. Да? Мы сегодня примеры посмотрим. Итак, есть несколько методов. Смотрите, расчет абсолютного уровня существенности в целом по отчетности. Да? Уровень существенности равен чему? Существенность умноженная на... Нет, извините, здесь уровень существенности в денежном выражении, в суммах, оно равно сальдо баланса на конец отчетного периода, подлежащего аудиторской проверке, да, умножено на установленный аудитор процент существенности, то есть процентом, да, определяемый по формуле. Вот оно, да, где О – сумма оборотов по всем счетам бухгалтерского учета. То есть 2 умножено 1 плюс О, деленное на С в корню, да, под корень, корень, да. А где здесь С? Важно, что такое С, но мы сейчас с вами пройдем. Наверное, это и есть сальдо баланса. А, то есть сумма оборотов, деленная на сальдо баланса в корне, да, плюс 1. И это все умножается на 2. Вот здесь вот пример, то есть методы расчета уровня. Вот смотрите, сальдо у нас равно было 1 725 000. Обороты наши были 7 215 000 сумм. Да? То есть мы его рассчитываем. 2 умножаем на 1, 7 215 деленное на 1 725 000, да, корни. Вот оно выходит примерно, да, 6 плюс... вернее, 1 плюс 6 и 1, да? То есть уровень существенности наш равен чему? Миллион сальдо баланса, да, 1 725 000 умноженное на, это у нас было, по-моему, процентное соотношение, да, и деленное на 100. То есть вот оно у нас, вот он у нас, уровень существенности. И нам говорят, что если вся совокупность искажений не будет превышать 105 000, 225, да, сумм, то в целом отчетность считается достоверной без существенных искажений. Да, там может быть какие-то ошибки, но она может быть не так существенна, да, как, в принципе, могла бы быть. Ну, надеюсь, что здесь вам все понятно, вопросов нет. Идем дальше. Итак, у нас второй метод, индуктивный метод. При использовании индуктивного метода устанавливается уровень существенности для выбранных статей отчетности, а после этого определяется суммарный уровень существенности для всей отчетности. То есть вот у нас пример, да, и мы можем посмотреть, видите, у нас баланс, да, да, то есть актив и, собственно, капитал и обязательства, по-моему. Вот у нас сумма баланса, валюта баланса 150 000, да. Здесь, собственно, капитал равен 100 000, ну и остальное у нас обязательства. Мы сейчас с вами посмотрим пример. Вот он. Итак, шаг первый. Вот у нас решение. Метод расчета уровня существенности. Итак, шаг первый. Устанавливаем на основе профессионального суждения уровень существенности процентного соотношения отдельно для каждой статьи баланса. Помните, на прошлом уроке я вам говорила, на прошлом вебинаре я вам говорила, что, в принципе, никогда я не видела, чтобы у кого-то уровень существ, ну вот процент, был выше 5. То есть он всегда максимум 5%, то есть это очень такой большой процент, потому что вообще многие берут вообще там 0,5, 0,2, 0,1 и так далее. 5% это очень много, поэтому лучше брать поменьше, конечно. Дальше определяем уровень существенности в гривнах по каждой статье баланса. Но это в гривнах, так как данную статью печатали именно украинцы, поэтому в гривнах. Итак, здесь вот она, вот они, статьи баланса, да, сумма по ним, и, соответственно, по каждой статье есть определенный процент. И вот она сумма. И вот он сам уровень существенности по всей финансовой отчетности составляет 13 340.
Это все сложно. Дальше определяем общий уровень существенности по всей финансовой отчетности. Это мы просто по каждой статье рассчитаем. Теперь дедуктивный метод у нас есть еще. При использовании, то есть вот здесь мы посчитали все. Определяем общий уровень существенности по всей финансовой отчетности. Это шаг третий. Вообще после этого шага там должен быть страна. Но вообще после всего этого, конечно, там должно быть так. Вот эта сумма делится на количество статей. Вот здесь вот если из примера 8, да, допустим, эта сумма делится на 8. И вот именно та сумма и будет у нас уровнем существенности. Но я как на прошлом вебинаре показывала, не всегда все аудиторы берут эту сумму, некоторые берут там 75%, то есть или 50%. Ну, это зависит от суждения, от профессионального суждения самого аудитора. Далее, дедуктивный метод, да, это третий уже метод расчета. При использовании дедуктивного метода первоначально определяется общая существенность финансовой отчетности, которая затем распределяется между значимыми статьями проверяемой отчетности. Как это решается? Итак, шаг первый. Выбираем базовые показатели, на основе которых будет определяться уровень существенности по всей отчетности. Что такое базовые показатели? Это наиболее значимые статьи отчетности или счет бухгалтерского учета, ошибка в которых наиболее вероятна и наиболее потенциально опасна. То есть многие что говорят? Ну, допустим, опять-таки, возвращаясь к тому вебинару, я вам показывала, ну, кто помнит, мы берем основные, да, какие-то моменты, в основном все берут налог на прибыль, да, там, или на опирается больше на операционную прибыль до налогообложения, там, да, и так далее. То есть в основном все зависит от суждения самого аудитора. Далее шаг второй. Определяем уровень существенности в процентах и суммах для каждого базового показателя. То есть, ну вот, пример, там валюта баланса у нас была 150, да, мы от нее берем 5% выручку. Ну и, собственно, мы считаем, что выручка, ну и, собственно, капитал может быть затронут, так как есть любое наше действие все равно касается 87-го счета, поэтому в любом случае, собственно, капитал будет затронут. Поэтому мы его тоже вот в этом примере берут, поэтому и процент большой. И вот они рассчитали уровень существенности. Видите, вот здесь определяем единый уровень существенности для финансовой отчетности. Вот они все посчитали, разделили на три статьи, которые они основные взяли. Вот она у них 4733 получилась. Мы ее округляем, округляем в меньшую сторону. Далее распределяем данный уровень существенности по статьям финансовой отчетности, предварительно разделив на два. То есть, так как здесь у нас что может быть, допустим, там актив и пассив, да, вот они нам говорят. Сейчас перейдем, вот оно. То есть мы на эту сторону взяли 2350, да, мы, и вот на эту сторону. То есть мы вот эту сумму, вот оно, 4700, мы разделили на 2, извините, и получается у нас на каждую сторону баланса, да, то есть и на актив, и на пассив по равной нуле. Соответственно, распределяем ее уже в соответствии с удельным весом процентов за каждую статью. Далее. При использовании дедуктивного метода для каждой отдельной статьи устанавливается свой уровень существенности в зависимости от значимости и весомости статьи в общей сумме баланса. То есть вот они три метода расчета существенности. Да? Надеюсь, здесь вопросов нет ни у кого. У кого-то есть вопросы по пройденному материалу? У нас тот и стандарт аудиторские доказательства. Какие они могут быть? Вообще, что такое аудиторские доказательства? Да? Аудиторские доказательства – это информация, используемая аудитором. Итак, аудиторские доказательства – это информация, используемая аудитором при формировании выводов, на которых основывается аудиторское мнение. Аудиторские доказательства включают как информацию, содержащуюся в данных, бухгалтерского учета, на которых основывается финансовая отчетность, так и прочую информацию. Цель аудитора, да, вообще в этом стандарте, аудитор должен разрабатывать и проводить надлежащие аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам для цели сбора достаточных надлежащих аудиторских доказательств, то есть получение и оценка аудиторских доказательств. Далее, характеристики. Они должны быть достаточными, и у них должен быть надлежащий характер, да, то есть надлежащий характер аудиторских доказательств
качественная оценка аудиторских доказательств, то есть их уместности и надежности для подтверждения выводов, на которых основано аудиторское мнение. Далее достаточность аудиторских доказательств, количественная оценка аудиторских доказательств. Количество необходимых аудиторских доказательств зависит от оценки аудитором рисков существенного искажения, а также качества таких аудиторских доказательств. Также качество. Далее, способы получения аудиторских доказательств. Помните, я вам говорила, у нас инспектирование, наблюдение, подтверждение, пересчет, запрос и так далее. Ну, начнем с инспектирования. Инспектирование – изучение записей или документов, как внутренних, так и внешних, бумажных или электронной форме, либо на иных носителях, а также физический осмотр актива. Далее, наблюдение, отслеживание выполнения процесса или процедуры другими лицами, например, осуществление аудитором, наблюдение за проведением инвентаризации запасов сотрудниками организации или за выполнением контрольных действий. Далее, подтверждение внешнее. Доказательства, полученные аудитором в виде прямого письменного ответа ему от третьего лица, подтверждающей стороны, в бумажном или электронной форме, либо на ином носителе информации. Далее пересчет, проверка математической точности расчета в документах или записях. Повторное выполнение, независимое проведение аудитором процедур или применение контрольных действий, которые изначально проводились в рамках системы внутреннего контроля. Далее аналитические процедуры, оценка финансовой информации путем анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными. Ну и запрос, обращение за предоставлением как финансовой, так и нефинансовой информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее пределами. Уместность кредитор, существование кредиторской задолженности и занижение стоимости кредиторской задолженности. Итак, ну это примеры, да? Так, существование кредиторской задолженности, да, то есть мы проводим тестирование, отраженное в учете кредиторской задолженности. Какие у нее могут быть, да, занижение стоимости кредиторской задолженности, последующие выплаты, неоплаченность счета, отчеты поставщиков и отчеты о несовпадениях в приходных документах, то есть они могут не совпадать, да, что с друг другом взаимосвязано здесь, финансовая отчетность и данные учета, да, то есть данные учета должны быть, ну, существовать, а финансовые отчеты должны быть полными, да, то есть полностью содержать данные учета и данные учета должны быть существовать в финансовых отчетах. То есть они всегда взаимосвязаны. Далее, уровни доверия к доказательствам, полученным в результате. Да? Вот видите, от высокого к среднему и далее к низкому. То есть при низком мы что делаем? Наблюдаем. Средние подтверждения, аналитические процедуры проводятся. Ну и высокие инспектирование, физический осмотр, повторное выполнение, пришел. То есть... Когда вы что-то сделали, то есть уже здесь уровень доверия к доказательствам высокий, да, вы здесь инспектировали, вы физически осмотрели, там пересчитали, повторно выполнили какие-то процедуры, то здесь уже ваш уровень доверия к доказательствам будет высоким. Далее, если вы просто получили подтверждение и сделали просто аналитические процедуры на уровне, да, то у вас будет уровень доверия такой средненький, да. Ну, или просто вы наблюдали, то здесь уже, конечно, само по себе доверие будет только низкое, так как большего вы там ничего не сделали, да? Ну, не увидели, по крайней мере. Итак, надежность аудиторских доказательств повышается, когда они получены из независимых внешних по отношению к организации источников. Помните, я вам говорила, когда мы берем подтверждение, допустим, по актам, сверкам, в банке берем подтверждение, это всегда какие? Внешние доказательства, да, то есть внешние источники. И они всегда независимы от них, да. Далее, надежность аудиторских доказательств, полученных внутри организации, повышается, когда соответствующие средства контроля, включая средства контроля за их подготовкой и поддержанием в актуальном состоянии, установленная организация является эффективными. Далее, аудиторские доказательства собраны непосредственно аудитором. Например, наблюдение за применением средства контроля являются более надежными, чем аудиторские доказательства, полученные косвенно или на основании логических заключений, например, запрос о применении средства контроля. Далее, аудиторские доказательства в виде документов в бумажной или электронной форме, либо на иных носителях, более надежны, чем доказательства, полученные устно, например, письменный протокол, составленный непосредственно во время совещания, более надежен, чем последующие устные заявления обсужденных вопросов. Да?
Далее, аудиторские доказательства, представленные оригиналами документов, являются более надежными, чем аудиторские доказательства, представленные в форме светокопии, факсимильных копий или документов, отснятых на пленку, оцифрованных или иным образом трансформированных в электронную форму, надежность которых может зависеть от средств контроля за их подготовкой и сохранностью. Здесь не имеется в виду, что если вы сняли копию с оригинала, что это не считается, нет, это считается, но если имеется в виду светокопия, когда мы там что-то сняли без реальных подписей, без печати и так далее. Здесь про это. Далее у нас выбор объектов тестирования. У нас несколько. Выбор всех объектов, сплошная проверка, да. Выбор конкретных объектов, то есть у нас какая она? Хаотичная. Ну и аудиторская выборка, то есть мы выбираем по какому-то определенному методу, да. Сплошная проверка уместна, когда у нас субъект очень небольшой, и мы там можем, допустим, ту же зарплату или тот же, там, допустим, подоходный налог и так далее проверить по всем сотрудникам. Там их всего 20 или там 30, мы можем по ним пройтись. Вот что касается крупных, здесь уже, конечно, сильно не разбежишься, потому что времени мало, и, как обычно, сроки поджимают, поэтому здесь мы уже прибегаем к аудиторской выборке больше, да, ну, либо выбор конкретных объектов, когда средняя может быть компания, то есть не сильно большая, не сильно маленькая, и тогда мы можем выборочно что-то проверить, да. Далее, ну, здесь уже у нас идут тесты. Есть ли вопрос по аудиторским процедурам, аудиторским доказательствам, я извиняюсь. Если вопросов нет, мы перейдем к следующему стандарту. Итак, дальше у нас стандарт 600. Особенности аудита финансовой отчетности группы, включая работу аудиторов-компонентов. Очень интересный стандарт. Итак, в соответствии со стандартом, цель аудитора – это определить, следует ли брать на себя обязанности аудитора финансовой отчетностью группы. Действуя в качестве аудитора финансовой отчетностью группы, это четко информировать аудиторов-компонентов об объеме и сроках выполнения их работы в отношении финансовой информации компонентов и представления результатов их работы. Получать достаточно надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации, компонентов и процесса консолидации для того, чтобы выразить мнение о том, что финансовая отчетность группы подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности. Далее, у нас есть ответственность, то есть руководитель аудита группы отвечает за управление, надзор и выполнение задания по аудиту группы в соответствии с профессиональными стандартами и применимыми законами и нормативными требованиями, а также за соответствие выпускаемого аудиторского отчета обстоятельствам. То есть именно отчет аудитора группы. Это было, по-моему, во втором вебинаре я вам рассказывала про аудиторскую группу, да, то есть есть аудиторская группа, и там, соответственно, есть руководитель, назначается, да, то есть он именно и пишет, да, отчет, то есть отчет аудитора группы. Далее, принятие или продолжение отношений с клиентом, да, помните, это тоже было у нас в начале группы, когда у нас руководитель аудитора группы решает, да, то есть берем мы этот объект или нет. То есть руководитель аудита группы должен понимание деятельности группы, ее компонентов и их окружения в объеме, достаточном для выявления значительных компонентов. Далее он должен, значит, оценить того, оценка того, сможет ли команда аудитора группы принять участие в работе этих аудиторов компонентов в объеме, необходимом для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств. То есть, опять, возвращаясь к тому вебинару, который мы проходили раньше, я вам говорила, что у нас бывают компоненты, то есть аудиторы-компоненты, вернее, аудиторы-компоненты, да, в объеме, да, нам тут говорят. То есть это те люди, которые, в принципе, наши же, но они, допустим, проверяют определенный какой-то другой участок, нежели вы. И мы должны... Ну, либо мы, да, присоединяемся, либо они к нам. Больше они, конечно, к нам присоединяются, потому что они компоненты. Дальше.
Команда аудитора группы не сможет получить достаточно надлежащие аудиторские доказательства из-за ограничений, введенных руководством группы, да, то есть отказ от выражения мнения, если он, да, там сделал, то есть отказ от задания, новое задание, ну, либо продолжение с клиентом и прекращение выполнения задания. То есть если он отказался от выражения мнения, все, вы прекращаете выполнение задания, продолжение. Ну, помните, я вначале тоже говорила, что вначале вы рассматриваете, делаете определенные расчеты, тесты, и потом уже смотрите, берете вы этот объект на проверку или не берете. Если вы уверены, вы получаете определенные доказательства того, что да, остатки соответствуют реальным цифрам, то или там еще какие-то другие аспекты, то вы берете до этого клиента, продолжение отношений с клиентом, то здесь уже... Потом вы прекращаете выполнение задания, далее уже с предоставлением определенного заключения, да, то есть либо отчета. А если вы не получили определенных каких-то доказательств, то вы уже отказываетесь от самого задания, да, и берете новое задание. Дальше. Команда аудитора группы – это общая стратегия аудита и план аудита, понимание деятельности группы, ее компонентов, их окружения, понимание деятельности аудитора компонента, принятие мер в ответ на оцененные риски. Ну, это мы уже с вами проходили. Существенность мы сегодня уже с вами прошли. Смотрите, существенность для финансовой отчетности группы в целом при разработке общей стратегии аудита группы мы должны рассчитать. Далее, уровень существенности для компонента, да, должен быть ниже уровня существенности для финансовой отчетности группы в целом. То есть компонент – это часть, да? Помните, я вам говорила, частичка субъекта. Далее, пороговое значение, выше которого искажения не могут расцениваться как явно несущественные для финансовой отчетности группы. Ну, это мы уже с вами сегодня проходили. Далее, значительные компоненты. То есть вообще, что такое компоненты, вы помните, да? Это какая-то часть, состоящая из этого субъекта. Ну, там, возможно, это может, допустим, быть дочка. Ну, дочерняя какая-то компания, да, ну, больше, конечно, не дочерняя, а больше, конечно, как бы, какое-то региональное представительство, но, да, пускай будет дочка. Итак, аудит финансовой информации компонента с использованием уровня существенности для этого компонента, это значительные компоненты. Далее, аудит одного или нескольких остатков по счетам, видов операций или раскрытия информации, связанных с вероятными значительными рисками существенного искажения финансовой отчетности группы. Далее, заданные аудиторские процедуры в отношении значительных рисков существенного искажения финансовой отчетности группы. Компоненты, которые не являются значительными. Вообще какие, да? Аналитические процедуры на уровне группы. Итак, аудит финансовой информации компонента с использованием уровня существенности для компонента. Аудит одного или нескольких остатков по счетам, видов операций или раскрытия информации. Обзорная проверка финансовой информации компонента с использованием уровня существенности для компонента. Ну и заданные процедуры. Идем дальше. Процесс консолидации. Смотрим. Понимание в отношении средств контроля на уровне группы и процесс консолидации. Ну, как я и говорила, то есть группа – это когда есть определенная материнская компания, у нее есть дочки, да? То мы понимаем, вот видите, понимание в отношении средств контроля на уровне группы, да, мы рассматриваем. И опять-таки следим за процессом консолидации. Далее, требования к аудиторам компонентов вообще какие могут быть, да, то есть описание выполняемых работ, информация об использовании выполненных работ, в форме, ну, если более кратко, то аудитор компонент, это компонент, это тот аудитор, который проверяет, ну, допустим, вот вы проверяете группу, а он проверяет определенную какую-то дочку. Информацию об использовании выполненных работ, форме и содержании сообщения, направляемого аудитором компонента команде аудитора группы, подтверждение о сотрудничестве, этические требования, уровень существенности для компонента, информация о выявленных рисках существенного искажения, перечень связанных сторон и события после отчетной даты. Ну, в принципе, здесь уже понятно, да, что мы... должны просмотреть, было ли, не было ли и так далее. Дальше информация от аудитора компонента. Какие мы должны получить, да, от него информацию? Смотрим. Соблюдение всех этических требований, применяемые к аудиту группы, применимые. Выполнение требований команды аудитора группы. Описание финансовой информации компонента, по которой аудитор компонента представляет свой отчет. В случае несоблюдения законов или нормативных актов. Перечень неисправленных искажений финансовой информации компонента.
признаки возможной предвзятости руководства, описание всех выявленных значительных недостатков системы внутреннего контроля на уровне компонента, значительные вопросы, о которых аудитор компонента уже информировал лица, господи, я забыла, как они называются, то есть лица уполномоченных управлением компонента, включая совершенные или подозреваемые недобросовестные действия, другие вопросы, которые могут иметь значение для аудита группы, общие результаты работ, выводы или мнения аудитора компонента. Лица, ответственные за корпоративное управление, извиняюсь, вот локу я что-то подзабыла, оказывается. А, корпоративное управление, помним, да, по-моему, 3 вебинара назад мы про это говорили, кто такие локу. Дальше идем. Взаимодействие с руководством группы. Итак, недостатки системы внутреннего контроля на уровне группы, выявленные командой аудитора группы. Недостатки системы внутреннего контроля, выявленные командой аудитора группы в процедурах внутреннего контроля компонента. Недостатки системы внутреннего контроля, которые были доведены до сведения команды аудитора группы аудиторами компонента. Далее, оценка достаточности и надлежащего характера полученных аудиторских доказательств. Команда аудитора группы должна оценить информацию, полученную от аудитора компонента. Команда аудитора группы должна оценить, были ли получены достаточные надлежащие аудиторские доказательства. Руководитель аудита группы должен оценить влияние неисправленных искажений. То есть, опять-таки, мы, так как аудитор группы, он ответственен, и отчет пишет он, то он должен быть уверен, да, то, все ли там сделано надлежащим образом. То есть проверено, не проверено и так далее. И если не исправлены, есть какие-то искажения, то, опять-таки, влияние его оценить должен на уровне компонента, искажения на уровне компонента на финансовую отчетность в целом группы. Дальше, взаимодействие с лицами, вот, локу, ответственные за корпоративное управление. Итак, обзор видов работ, которые необходимо будет выполнить в отношении финансовой информации компонентов. Обзор характера запланированного участия команды аудитора группы в работе, которая должна выполняться аудиторами компонентов в отношении финансовой информации значительных компонентов. В случае, когда оценка работы аудитора компонента, выполненная командой аудитора группы, вызвала обеспокоенность качеством работы данного аудитора. Любые ограничения, связанные с проведением аудита группы, например, в тех случаях, когда доступ команды по аудиту группы к информации может быть ограничен. Недобросовестные действия или подозреваемые недобросовестные действия с участием руководства группы, руководства компонента, сотрудников, выполняющих важные функции в отношении средств контроля на уровне группы или прочих лиц в тех случаях, когда эти недобросовестные действия привели к существенному искажению финансовой отчетности группы. То есть, опять-таки, даже вот, в этом случае мы смотрим на существенность, да? То есть, существенно ли это или нет. Далее, документация, да, какая у нас должна быть. Анализ компонентов с указанием тех компонентов, которые являются значительными, и вид работ, выполненных в отношении финансовой информации компонента. Обмен информацией в письменной форме, да, между командой аудитора группы и аудиторами компонентов в отношении требований команды аудитора группы. И вот они должны быть, да. Также характер, сроки и объем участия команды аудитора группы в работе, выполняемой аудиторами компонента, в отношении значительных компонентов, включая, если возможно, анализ команды аудитора группы соответствующих разделов аудиторской документации, аудиторов, компонентов и сделанных ими выводов. То есть мы между собой обмениваемся, опять-таки, видите, в письменной форме, да, между аудиторами группы и аудиторами компонента. То есть у нас есть определенная аудиторская группа, у нас есть аудиторы компоненты, и мы между собой обмениваемся информацией в письменной форме, да. Далее мы, опять-таки, анализ компонентов с указанием тех компонентов, которые являются значительными, да, и, соответственно, характер, сроки, объем и так далее. То есть мы все рассматриваем. Вот эта документация у нас должна быть. То есть, опять-таки, помните, когда мы говорим аудиторский файл, обязательно в этом аудиторском файле у нас должно храниться вот именно вот это все, в том числе и информация, которая существенна. Далее, это у нас тоже тесты. Давайте вот это просмотрим. Смотрите, аудиторская фирма Audit Service проводит аудит финансовой отчетности крупного холдинга корпорации А за 2017 год.
Аудиторская фирма планирует привлечь аудиторскую фирму InfoAudit для аудита филиала корпорации А, приносящего более 28% годовой прибыли. Корпорация, ввиду его значительной территориальной отдаленности от всех остальных филиалов корпорации, а также центрального офиса. Партнер аудиторской фирмы Audit Service, несмотря на то, что законом разграничения ответственности не требуется, в контракте с корпорацией А указал, что в случае привлечения дополнительной аудиторской фирмы для аудита корпорации в отчете аудитора будет четкое разграничение ответственности за выражение уверенности между аудиторскими фирмами. Данный пункт указан в контракте, да, с InfoAudit. И от нас требуется, приведите определение терминов компонент и аудитор компонента в соответствии с МСА 600, у нас, да, требования. А специфический вопрос аудит финансовой отчетности группы, включая работу аудиторов отдельных компонентов. Укажите, в чем заключается ответственность партнера по аудиту корпорации А, аудиторской фирмы Audit Service, а также оцените правомерность установленного контрактом ограничения ответственности в случае привлечения в качестве аудитора аудиторской фирмы InfoAudit. Приведите не менее трех аспектов, которые следует рассмотреть аудитором группы в отношении аудитора компонента до того, как предложить аудитору компонента выполнить работу в отношении финансовой информации компонента. И вот тут нам дают, вот смотрите, компонент – это субъект или вид хозяйственной деятельности, по которому руководство группы или компонента готовит финансовую информацию для включения в финансовую отчетность группы. Далее аудитор компонента – аудитор, который по требованию команды, по заданию аудита группы выполняет работу над финансовой информацией, связанной с компонентом в целях аудита группы. Партнер по аудиту группы отвечает за руководство, надзор и выполнение соглашения по аудиту группы в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями законодательства регулирующих органов за то, соответствует ли выпускаемый аудиторский отчет обстоятельствам. Аудиторский отчет по финансовой отчетности группы не должен ссылаться на аудитора компонента, если такая ссылка не требуется в соответствии с законодательством или нормативными актами. Если такая ссылка требуется в соответствии с законодательством, ну, либо нормативными актами, то аудиторский отчет должен указывать, что данная ссылка не уменьшает ответственности партнера по аудиту группы или фирмы партнера по аудиту группы за выражение мнения по аудиту группы. Аудиторская фирма Audit Service, являясь аудитором группы, при соответствии существующих обстоятельствах не имеет права устанавливать данные ограничения своей ответственности. То есть они ответственны в целом за все, да, не только за то, что они там проверяли. Далее, аспекты, которые следует рассмотреть аудиторами группы в отношении аудитора компонента. Имеет ли аудитор компонента представление об этических требованиях, касающихся аудита группы, в частности, требования о независимости, и выполняет ли он их? Да? То есть мы сперва рассматриваем, соответствует ли вообще этот аудитор того, чтобы он был назначен именно туда. Да? Далее, профессиональная компетентность аудитора. Сможет ли команда по проекту аудита группы принять участие в работе аудита компонента в той степени, которая необходима для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств? То есть сможем ли мы вообще вместе работать, грубо? Осуществляет ли аудитор компонента свою деятельность в среде, в которой действуют регулирующие органы, осуществляющие активный надзор за деятельностью аудитора? Далее. Ну, в принципе, вот на этом вот это задание у нас заканчивается, и я бы хотела еще сегодня 610-й пройти вам, и потом мы закончим. Мы тоже, наверное, устали. Итак, тоже не менее важный и не менее интересный стандарт использования работы внутренних аудиторов 610-й. Вообще, для чего это нам нужно, да, использование работы внутренних аудиторов? Вот, смотрите. Руководитель, да, службы внутреннего аудита, он работает с ведущим аудитором, да, ну, иногда. Тот, в свою очередь, работает с аудиторами, и они все взаимосвязаны с руководителем аудируемого подразделения и с аудируемым персоналом. То есть руководитель службы внутреннего аудита иногда помогает, да, внешним аудиторам, но не всегда, очень редко, крайне редко, когда внутренние аудиторы дают какую-то полезную информацию внешним. Итак, именно в обзоре этого стандарта, то есть цель аудитора определить, может ли работа службы внутреннего аудита быть использована или внутренние аудиторы привлечены к непосредственному участию, и если да, то в каких областях и в каком объеме, а затем на основе этого
в случае использования работы службы внутреннего аудита определить, пригодна ли она для использования в целях аудита. А в случае привлечения внутренних аудиторов к непосредственному участию, установить надлежащий надзор и осуществлять руководство и проверку их работы. То есть мы сперва определяемся привлекать, либо просто использовать. И в этом и в том случае мы должны что сделать? Просмотреть. То есть вообще, если мы просто используем их информацию, да, какую-то предоставленную нам, ну, нужна ли она нам, да, то есть вообще имеет ли какие-то существенные аспекты, да, для нас или нет. А если мы уже привлекаем самих внутренних аудиторов к участию, да, то мы должны их еще и проверять, да, то есть мы должны их контролировать, правильно ли вообще они там что-то делают или там осуществлять определенный надзор. Но опять-таки в 90% случаев внутренний аудитор всегда человек именно предприятия, поэтому в любом случае он будет помогать предприятию, нежели внешнему аудитору, да. Далее, служба внутреннего аудита, вообще кто она? Служба организации, осуществляющая деятельность по обеспечению уверенности и консультационную деятельность, целью которой является оценка и повышение действенности процессов корпоративного управления организацией, управления рисками, а также процессов внутреннего контроля. Вам вот эта картиночка видна, где вот, вот это вот, где внутренний аудитор, внешний аудитор? Видно, да, как они все взаимодействуют? Если видно, хоть кто-нибудь напишите там. Видите, да, то есть они все взаимосвязаны. Вот руководитель, аудируемый персонал, ну и аудиторы, да, между собой. Они все всегда связаны, опять-таки, по получению у друг друга информации, да, какой-то. Далее, оценка службы внутреннего аудита. Вообще, если честно, я бы вот этот аспект чуть-чуть бы как бы, ну, оспорила, но ладно. В принципе, оценку службы внутреннего аудитора делают, ну, аудита делают больше не внешние аудиторы, но ладно. Итак, внешние аудиторы должны, значит, оценить статус службы внутреннего аудита в организации, применимые ими политика и процедуры, обеспечивают ли объективность внутренних аудиторов. То есть вообще адекватные они или неадекватные, работают нормально и так далее, и так далее. Далее, уровень компетентности службы внутреннего аудита. Ну, то есть, есть ли у них образование, есть ли у них сертификат и так далее, и так далее. То есть, вообще, соответствуют ли они тому уровню, который должен быть на определенном объекте, да, либо субъекте. Дальше, придерживается ли служба внутреннего аудита систематического или упорядоченного подхода, включая контроль качества. То есть, делают ли они определенную свою работу, да. Далее, определение характера. Определение характера и объема работы службы внутреннего аудитора, аудита, который может быть использован. Изучить характер и объем работы, выполненной или планируемой к выполнению службы внутреннего аудита. Да? Выносить все значимые суждения в ходе выполнения аудиторского задания. Дальше оценить достаточность работы внешнего аудитора и информировать лица, ответственные за корпоративное управление. То есть это у нас характер и объем работы службы самого внутреннего аудита, который может быть использован. Но опять-таки в 90% случаев, ну, по крайней мере, в моей практике, никогда служба внутреннего аудита не предоставляет определенной какой-то информации. Опять-таки потому, что у внутреннего аудита вторая информация более такая детальная, более разработана больше внутри компании, она, мне кажется, не всегда бывает интересной внешнему аудитору, хотя иногда бывает, ну, разные случаи бывают, что нужна. Дальше опять использование, да, работы службы внутреннего аудита. Итак, как вообще это все происходит, да, мы сперва просим, да, что ознакомиться с отчетами, да, многие аудиторы при проведение аудиторской проверки внешней всегда просят отчеты внутреннего аудита. Вот они. Ознакомиться с отчетами. Далее. Провести достаточный объем аудиторских процедур в отношении работы службы внутреннего аудита. Ну, то есть, как они работают и так далее. Характер и объем процедур должны они просмотреть, рассчитать. Сделать выводы решения относительно внутреннего аудита, уместны или нет. Да? То есть, они
правильно было, неправильно и так далее. Ну и дальше обсудить о планируемое использование вот и так далее, их каких-то отчетов, либо информации, либо каких-то там графиков и так далее, либо самих в определении каких-то там работ. Далее, определение возможности непосредственного участия внутренних аудиторов в аудите. Ну, это бывает крайне редко, но иногда бывает. Когда это нужно, да, вот смотрите, возможность привлечения. И если мы можем привлечь, то обязательно мы берем письменное согласие, да, без этого никак. Далее, наличие и значимость угроз, независимость, перепроверка, надзор. То есть мы, это больше, знаете, не независимость, перепроверка, надзор больше для внешнего, чем для внутреннего, потому что мы это все должны пересмотреть. То есть независим ли он, да, внутренний аудитор, перепроверить его там дела, какие он там делал и так далее. Ну и надзор обязательно, ну, надзирать за его деятельностью, если он уже принят в команду, да. Далее, характер и объем работ, которые могут быть ему поручены, да, то есть мы должны определить, что он может сделать. То есть может ли он сделать это, либо это, да, то есть вообще возможно ли. Ну и дальше мы информируем уже лица, уже вот, на которых возложено вот, корпоративное управление, да, ответственность за корпоративное управление. Далее, документация при использовании работы внутренних аудиторов. В первую очередь, сведения по оценке службы внутреннего аудита, да, характер и объем использованной работы и описание аудиторских процедур. Ну, вообще, какая документация должна быть, да? То есть, опять-таки, это все хранится в файлах, в аудиторских файлах, которые вы потом у себя храните. Далее, при непосредственном участии в аудите внутренних аудиторов, то видите, оценка наличия значимости угроз, то есть, может ли он что-то такое, да, там, причинить нам. Далее, основания для принятия решения относительно характера и объема работ. Ну, то есть, смотрите, оценка наличия и значимости угроз, это когда, ну, допустим, он может во время аудита, ну, там, ну, что-то скрыть, что-то там недопоказать, либо повести по ложному следу и так далее. Ну, то есть это больше касается самого внутреннего аудитора. Далее, основания для принятия решения относительно характера и объема работ, сведения о лицах, проверявших выполненную работу, письменное согласие и рабочая документация. То есть это когда уже мы самих аудиторов используем. Вот такая вот документация у нас должна быть. Далее, вот здесь у нас есть одна задачка, давайте мы ее сегодня пройдем. Итак, аудиторская фирма «Независимый аудит» проводит аудит финансовой отчетности крупной компании за 2018 год. У компании имеется служба внутреннего аудита, штат которой состоит из 3 аудиторов во главе с руководителем. Требуется перечислить не менее 4 целей подразделения внутреннего аудита в соответствии с 610 стандартом исполнения работы внутренних аудиторов. Указать не менее 3 факторов, согласно которым аудитор должен оценить работу внутренних аудиторов в случае, когда аудитор оценивает, существует ли вероятность того, что работа внутренних аудиторов является достаточной для цели аудита. И какой у нас может быть ответ? Смотрите, деятельность службы внутреннего аудита может включать одну или несколько из следующих функций. Осуществление мониторинга системы внутреннего контроля, изучение, проверка финансовой и операционной информации в отношении отдельных статей, обзор операционной деятельности, обзор соблюдения законодательства и нормативных актов, управление рисками и управление. Далее, при определении соответствия работы внутренних аудиторов, целями аудита внешний аудитор должен оценить объективность службы внутреннего аудита, техническую компетентность внутренних аудиторов, осуществляется ли работа внутренних аудиторов с должной профессиональной тщательностью и вероятно ли эффективное общение между внутренними аудиторами и внешними аудиторами. Да? То есть вот эффективное общение, то есть дает ли это вам какой-то вообще там существенный аспект от того, что вы с ними общаетесь. Так, дальше. Ну, надеюсь, что на сегодня вам, наверное, достаточно, потому что много информации было. У кого-то есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот, а если мы привлекаем внутреннего аудитора, это не будет противоречия вот никаких? То, что он был заинтересованное лицо или нет? В том-то и дело, что помните, я вам говорила, что есть документация, и он должен вам подписать документы о том, что, он, во-первых, вы берете согласие, во-вторых, что при каких-то таких случаях он несет ответственность.
и плюс угроза независимости и так далее. Он подписывает это все. То есть нет, конечно. Но опять-таки, я же говорю, в международных стандартах это, конечно, может быть, где-то там за границей работает, но не у нас. Ну, по крайней мере, по практике, если даже судить, то... Ну, вот у вас же тоже есть внутренние аудиторы, правильно? Ну, кто-то же кто-то работает. Но да. Какой внутренний аудитор скажет, да, там, допустим, вот это проверь, да? Или там, на тебе информацию. И, ну, у нас чуть-чуть просто по-другому сложено. Да, это написано, конечно, теория красивая, но на практике это чуть-чуть не работает. Опять-таки в нашем... Не то, что в регионе, ну, наши, в странах СНГ, потому что мы чуть-чуть по-другому устроены, у нас чуть-чуть другой менталитет. И, ну, допустим, будучи даже самой, я сама, допустим, если внутренний аудитор, я бы тоже сказала, почему я вам что-то должна давать. Вот сиди и проверяй, найди, можешь найти, и так далее. Ну, то есть чуть-чуть, да, какой такой аспект. Но на самом деле, если мы, конечно, вступаем уже в ногу с решениями этих международных стандартов, то, конечно, мы для того, чтобы использовать этого внутреннего аудитора в своей какой-то там, работе, это крайне редко бывает, только тогда, когда бизнес такой вот бывает не совсем понятный, не совсем обычный. Когда необычный, там, когда мы не знаем, что и внутренний аудит там хорошо так вот уже работает. Но у нас 90% внутренний аудит не настолько сильно развит, как хотелось бы, конечно. Угу. Спасибо большое. Да, не за что. Здравствуйте, Борис Михайлович. Добрый вечер. Как вы? Я сегодня решил не встревать, но вы меня спровоцировали. Да, насчет вот этой позиции, если вы работаете внутренним аудитором, какого черта я свои результаты должен вам давать, вам деньги заплатили, вы и идите и проверяйте. Это, кстати, позиция Валерия Александровича. Схлестнулись на эту тему. Позиция совершенно неправильная. Вот. Внутренний аудитор ни в коем случае не должен делать таких заявлений. Его функция максимум сделать из того, что он может, предусмотренное специальными стандартами, и все это выложить внешнему аудитору. Если он это не делает, он не выполняет свои функции, и такой внутренний аудитор не нужен, по сути. А вот такая позиция, что я свой хлеб отработал, я нашел, но я ни в коем случае не буду делиться с внешним аудитором, это совершенно неправильно. И вот идеальный вариант, кстати, вот вы чуть-чуть заикнулись насчет оценки эффективности. Я могу лишь предполагать, что вы хотели сказать, что вот эта фраза, что аудитор не делает оценку эффективности системы внутреннего. Да, внутренний контроль. Да, я нахожу уязвимые места. Но вот эта старая и древняя фраза, с моей точки зрения, она с учетом сегодняшнего дня требует немного пересмотра. И вот команда большая во главе с россиянами, она будет работать и участвовать в изменении и совершенствовании международных стандартов аудита, я думаю, это очень хороший предмет для направления целое, я сказал бы, по которому надо работать. Поэтому вот я бы оценивал, если я прихожу, и мне внутренний аудитор дал все ошибки, которые он выявил, и я, посмотрев все эти ошибки, не нашел больше ни одной, ну, на пьедестал такого внутреннего аудитора и самой большой похвалы и так далее. А когда я прихожу и вижу, что внутренний аудитор ничего практически не сделал, пустые отчеты, вот каждый квартальный отчет, он... Один к одному. Форма, содержание никакого практически. Вот. А ошибок огромное количество. Ну, что в таких случаях надо делать? Ну, вот все написать, как полагается, как стандарты требуют. Самое главное, я даже не жду
окончательного, значит, финиша и письменного, я захожу к руководству, докладываю ситуацию, говорю, что внутренний аудитор ни за что получает свои деньги, ничего не делает. К сожалению, такое имеет место. Марис Михайлович, вот мне просто интересно, вот на вашей практике, сколько вы таких аудиторов видели, которые, допустим, вы по приходу, вы запросили какую-то информацию, ну, крайне такую, да, которую вам предоставили. Но их уже очень мало. Практически ни одного, внутреннего аудитора. Да, я вот про это и говорю. Я про это говорю, что они не хотят давать, потому что даже... Нет, дело не в том, что не хотят давать. Дело в том, что, ну вот, к сожалению, вот из всех внутренних аудиторов, единственный у меня случай был, это, кстати, на Республиканской валютной бирже. Она, к сожалению, умерла, возраст был не ахти большой. Вот. Но она более-менее выполняла свои функции, и у нее были неформальные отчеты, она... по крайней мере, старалась очень. А в большинстве случаев внутренние аудиторы, вот пристроились люди, как правило, он работает на 3-4-5 местах, получает в целом очень хорошую сумму и ничего не делает абсолютно. Ну, это про это же. Да, я это мнение высказывал и Минар Махкамовне, поскольку, ну, выпускают внутренних аудиторов и как это негативно сказывается. Но, к сожалению, значит, это остается так. Опять-таки, возвращаясь к ментальности, к сфере, наверное, жизни. Опять-таки, вот у меня также был такой случай, когда по приходу, допустим, на объект, был такой специфичный, у них вообще была специфичная деятельность, и по нашему запросу внутренние аудиторы вообще отказались с нами разговаривать. Они просто напросто отказались. Это безобразие. Вот мы все ленимся, я считаю, что вот такую ситуацию нужно давать заявление, по крайней мере, в профессиональную общественную организацию, чтобы эта организация разобралась с такими внутренними аудиторами. Я, по крайней мере, в полный рост довожу информацию до руководства. Руководство, ну, как правило, делает выводы соответствующие и стараюсь ставить профессиональную организацию тоже в известность, что вот, к сожалению, и я предлагал, ну, здесь очень много этических проблем и так далее, даже черный список такой составлять. Значит, и чтобы люди знали, вот это бездельники, которые ни за что деньги получают, чтобы люди об этих бездельников не спотыкались. Ну, к сожалению. Этика. Вот. Я рада была вас увидеть сегодня, Борис Михайлович. Да, взаимно, спасибо. Спасибо. Увидимся в четверг, дай бог, а вечером продолжим. А всем спасибо за участие. Жду от вас вопросов. А, кстати, Людмила, я помню ваш вопрос. Я его вам на следующем уроке озвучу обязательно. Спасибо всем. До свидания.